То есть это не говорит о том, что когда вы встаете в позицию наблюдателя, то, например, видите уже не только то, что происходит вот здесь. Вот я смотрю, я вижу вот так. В позиции наблюдателя я вижу то, что происходит еще на втором этаже, там, например, да? Что там как стоит, если там кто-то будет ходить, еще что-то там на крыше можно увидеть. Вот, если окно позволяет. То есть то пространство, которое открыто. Везде, видишь, даже за спиной. Когда в позиции наблюдатель наблюдателя, то вы начинаете видеть то, что происходит там по-разному, там, на периметре там 100 метров, в периметре там километра. Но вы видите это не в зрении, например, там человек прошел, да? А вы четко чувствуете какая-то вибрация. То есть вы можете сказать, что вот, ну, и это может быть точечно то, к чему вы готовы. То есть вы можете сказать, что там, например, две улицы назад там произошла вот такая вот ссора между двумя там любящими людьми. Там в том городе произошла вот такая-то там такая-то ситуация. Вот там произошла вот это. То есть вы это видите на